Можно по-русски? Чуть-чуть, погоди. In the end of your talking, you're closing eyes and something happens. And that what happens very confusing me, because it's not a knowledge and it's not what can be in the world, in the woods. And mind arises and say like, you know what is not changing, but look what's happening now, what is it? And this experience is mind attached to experience and want to repeat, want to go out from the body, and it's confusing. And can you give advice, please? Иногда ум переживает хороший, большой опыт, какой-то необыкновенный, и к нему привязывается. И вот он просит объяснить, почему, ну, как с этим быть. Mind, if any experience helps, mind wants to get again and again. Если вы получили какой-то опыт, ум всегда хочет его заново и заново. Ну, хороший опыт. And when mind wants again same thing, same joy, same experience, he will not get. Но когда ум опять хочет тот же опыт, тот же радость, он не получит это. Anything inner beauty or inner experience happens when our most mind is not. Какой бы внутренний опыт ни происходил, он происходит только когда ум успокоен. But mind wants. I have this, I want, tomorrow again I want. Yesterday I had, last meditation I had, I want again. And it is not. Но ум, он всегда такой, что вот, ой, я вчера, у меня было это, я завтра еще хочу этого еще больше. And then he confused. И тогда он, когда не получает, он запутывается. So, whatever is happening, don't choice. Whatever happens, just choice. And this is also sometimes good, sometimes bad, sometimes high, sometimes low, sometimes middle. Whatever is happening, just watch. Then going okay. И Сандарша говорит, что нужно просто наблюдать такие моменты, не выбирая. Вы не можете выбрать. Иногда хорошее, иногда плохое. Вы просто смотрите, смотрите. One day, slowly, slowly, after in final, all your experience will be finished. Постепенно, постепенно, после некоторого времени все ваши экспириенсы, все эти ваши переживания уйдут. И потом, когда ум уйдет, и опыт тоже, переживания тоже уйдут. И тогда вы уже будете без ума, без ума. И тогда вы ну, абсолютно как ничего, ничто. Но если вы двигаете... Calculation. I did this thing, therefore happened. Today I do again this, then therefore happened. So he always confused. He needs something to do. Но если вы идете с умом, он все равно будет запутываться. Он все время вас посчитает. Вот, если я это сделал, то я вот это получу. Если это, то вот это. Но все время вот это вот такая природа. So simply is really meditation is whatever is happening, I flow and go with it. Whatever. То есть просто вот медитация, как она случается, что бы ни происходило внутри, я просто теку с этим. Иногда энергия очень быстро течет, иногда медленно, иногда низко, иногда высоко, но это тоже не вы, энергия не вы. Okay, watching sometimes very windy, sometimes slow, sometimes quiet, like in ocean. If you go, sit in ocean, near ocean, looking the ocean, sometimes very windy, many, many waves coming, sometimes slow, like look like quiet, sometimes very slow, like nothing is happening there in ocean. Same in our space, in our mind. Okay.
наблюдаете, когда вы наблюдаете, вы иногда у вас очень быстро двигаетесь, иногда медленно. Вот как океан, да, иногда он очень... Вы приходите наблюдать океан, он иногда очень волнующийся, иногда плавный. То же самое у нас с умом. Ум хочет знать, но он никогда не будет знать. Он просто будет окончиться. Это очень сложно для ума понять эту вещь. Это очень, вот эту вещь, ему сложно понять, что он не знает ничего. То есть он знает, что он не знает ничего. И вот ум, он всегда хочет, я хочу знать, но однажды он понимает, что он ничего не знает и не может знать. И вот в этот момент вы получаете то самое знание. И вот в тот день, когда у вас, ваш ум остановится, вы будете идти один. И, Now I'm talking with you. Now I go. Like I go in room. Like nothing happened. I don't know. This is not in my mind or anything happened. Spiritual world. Сейчас я вот говорю с вами, потом я пойду. Like I didn't did anything. Not said anything. Но ничего со мной не происходит. Я как будто вот сижу и вообще ничего не делаю, даже не говорил с вами. Но мы здесь говорим. Говорим каждый день. Но когда я закончил говорить, я как будто... Да, ну я когда вот говорил, но остановился, как будто не говорил. А когда я прихожу сюда, я тоже никогда не знаю ничего. И это вот реальная расслабленность. Но у вас время происходит. Вы были с мастером, вы потом пришли домой, вы постоянно думаете. Да, и потом вы хотите выкинуть эти мысли на кого-то. Но когда вы это выкидываете, эти вещи, никто не будет счастлив. Это же не ваша любовь, это не ваша радость. Это не ваш реальный свет. То есть реальный свет, свет внутри, и на других тоже свет идет. И он запутавшись, он запутывается и будет запутываться. И когда это закончится, только тогда, когда ум становится окончательно, когда нет никого, то нет, ума нет, тогда некому быть запутанным. И когда ума нет, то как вот существование хочет, так то вы и делаете. Нужно работать, говорите. Что вообще происходит, позволяете этому происходить? Вот еще. Я сейчас... But it's not. We use the mind all the time. So for I would like to say it's more like mind is not in control. Вы хотели сказать, ум заканчивается, но для меня это вот как будто вы говорите постоянно, но он уже работает постоянно, и не совсем понятно, как это происходит. Что это, что он? Когда вы, Санаш говорит, что мы идем внутрь, когда мы идем в свой центр, мы все заканчивается, никаких слов. Но когда мы идем на периферию, смотрим, что там происходит, там вообще,
и тогда ум начинается и работает. Но проблема в том, что у людей постоянно ум работает. Это неправильно. Должно как так быть, что вы ушли, хотели расслабиться, он остановился. И он полностью расслаблен, и вы полностью. И когда вы открываете глаза, он опять начинается. Вы думаете, как тут будет, для чего делать. И вы зовете ум, говорите. Да, начинаете перемещаться. Сначала приходят мысли, а потом он начинает проявлять это в действие. Но действия, они исходят из мысли, из энергии, а энергия из сердца. И когда вот там вот внутри у вас полностью... Вот, и тогда вот это вот правильное состояние. И тогда ум у вас тоже очень отчетки работает. Когда вы... Очень быстро говорите. Когда вы приходите в комнату, вы как будто закрыли вот все окна, все, и ничего не видите, ни окна, ни горы, ни деревья, ничего. А когда вы утром проснулись, открываете окна, и тогда вы видите, природу, горы, лес. О, класс! И вдруг тогда ум говорит, о, да, это да. Будда говорил, что когда вы открываете глаза, мир начинается. Когда вы закрываете, мир заканчивается. Это означает, что даже внутри у вас никаких мыслей. Но у большинства просто 24 часа говорите, даже во сне работает. Да, вы видите, во сне видите то, разговариваете с ним. Иногда вы видите, иногда будут кошмары, иногда хорошие сны. Ум и ночью работает, он даже постоянно всегда там, даже ночью. Тело отдыхает, но ум постоянно работает. Это сны. То есть целый день во сне в уме проводим, и ночью то же самое. И это должно быть остановлено. И когда вы достигаете центра, но нет ума. Когда вы днем, у вас ум есть, вы присутствуете, когда он вам нужен, но когда вы легли, ничего больше нет. И вы ложитесь, и встаете через 6 часов, как будто ничего не было. Просто раз, проснулись, все. Ничего не было. Вы были просто абсолютно расслаблены. Тело было расслаблено, и ум расслаблен. Вы в центре. Тогда это правильно. Я говорю, что ум тогда в это время был остановлен. И вы должны понять, как вот выходить, идти в центр и выходить наружу. Идти в центр и... Этот мужчина говорит вообще очень непонятно. Это правильно, абсолютно правильно. Когда у вас идет все это из живота, то происходит то, что вам действительно нужно. Настоящие, немного, но настоящие слова. Они идут из тишины. Если энергия здесь постоянно в голове, то у вас бла-бла-бла-бла происходит. Постоянно говорим.
Когда вы переходите в сердце, более, вы становитесь более расслаблены, более позитивными, более хорошее настроение. Как жидкость. И когда вы идете еще глубже, тогда вы вообще становитесь абсолютно тихие. Что бы там... И тогда в этом состоянии у вас только чуть-чуть слов может происходить, но они всегда будут правильны. И будет... И в этом, в эти субботу, воскресенье будет ретрит медитационный будет. Да, и каждую субботу, воскресенье будет медитационный ретрит, и вы можете прочитать там, что за медитация. Кто хочет участвовать, должен дать имя сатвике. И вот будет здесь происходить ретрит очень хорошо для медитации. Кто никогда не делал, очень хорошо. Вы получите новый опыт, новые техники. Каждый день 4-5 техник будет. Где-то 7 техник будет за 2 дня. И вы выберете ту, которую вам нравится, и вы будете ее делать. Да, и вот выбранную технику вы можете будете практиковать каждый день дома. И кто делает медитацию, для них тоже ретрит хорошо, потому что когда все вместе делают, гораздо более сильная энергия, ну, гораздо сильно все происходит. Да, когда много людей на месте, больше энергии, больше силы у этого процесса. Да, мы делаем здесь медитации каждый день. Кто хочет приходить, наслаждаться, пожалуйста.